эту яблоню, ребята, посадил я сам когда-то. Зной обильно поливал, от морозов защищал. Подросла она на диво и высокая, и красиво. Да не просто подросла, а подарок принесла. На ветвях ее пушистых, вроде яблочек пушистых. Пригласить мне вас не грех, угощу на славу всех. Я вошел в автобус тесный вместе с бабушкой моей. Сел удобно, всем известно, это место для детей. У окошка я сижу с возмущением гляжу. Бабушку трясет, качает, и никто не замечает. Будет резкий поворот, и старушка упадет. Невнимательный какой-то несознательный народ. Снеговик. Среди нашего двора снеговик стоял вчера. Мы его слепили сами, был он с пышными усами. А сегодня за окном потекли ручьи кругом. Ночью снеговик исчез, может быть, ушел он в лес. Очень просим вас, ребята, если снеговик усатый, повстречаемся в пути, помогите нам найти. Джафар Чуряка. О, дедушка, смотри, смотри, на стойке светится внутри. Наверное, кто-то в темноте развел костер на высоте. Да нет, малыш, то из окна. Работа сверщика видна. Все понял для рабочих он. Наверное, сваривал бульон.